Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в областном комитете социальной защиты населения, в регионе начал действовать обновленный порядок выплат многодетным семьям. Так, родители, имеющие 3 и более детей, будут получать пособие за прошедший месяц в следующем. Например, выплата за февраль придет в марте, а за март – в апреле. Во второй половине декабря деньги пришлют 2 раза – в ноябре, в первых числах месяца. Отметим, новая схема была придумана по аналогии с выплатой пенсий, которая уже давно показала свою эффективность.